Экоактивисты парализовали работу аэропорта в немецком Кёльне. Они проникли туда через дыру в заборе и приклеили себя к асфальту после взлетно-посадочной полосы. В итоге были отменены 50 рейсов. Акцию удалось прекратить только через 3 часа. Все это время аэропорт не работал. Полеты возобновились, когда стало ясно, что в зоне безопасности больше нет людей. В итоге вовремя вылететь не смогли 1000 пассажиров. Правоохранители задержали 3 мужчин и 2 женщин. Местные власти уже заявили, что в стране ужесточат меры против таких протестных акций. Сами же активисты предупреждают, что подобные выступления запланированы в разных городах мира. Климатических защитников уже ищут в Бостоне, Осло и Вене. Это отличное начало. Сейчас мы выводим все это на новый этап. Мы объединяем усилия и выступаем по всему миру. Мы хотим сесть за стол и обсудить отказ от ископаемого топлива повсеместно.